На майке пятикратного чемпиона Европы по биатлону Олега Малюхина эмблема пробега вдохновения. Он один из активных участников акции, посвященной Олимпиаде. Ее цель – претворить в жизнь одну из главных олимпийских идей. Нужно объединяться для добрых дел. Организовала эту акцию компания Samsung. Она проходит по всему миру. Чтобы принять участие, нужно подключить специальное приложение к своему смартфону. И за каждые 3 километра, которые вы пробежите, компания будет перечислять 1 евро детским поселкам, которые специально создаются для сирот. В Даугавпилсе ничего подключать не надо было. Надо было просто преодолеть 3 километра бегом, на велосипеде или на роликах. За каждого спортсмена на счет детских домов перечислялись деньги. Акция сама по себе очень интересная с технической точки зрения. Последние технологии используются. И вообще идея, очень хорошая идея. Да, каждый человек может пробежать, во-первых, позаботиться о своем здоровье и помочь детям, которые нуждаются в этом. С трассами для бега или спортивной ходьбы в нашем городе довольно сложно. Поэтому дистанцию проложили прямо по улицам, вокруг парка Дубровина. Сам Малюхин выбрал для передвижения ролики. Большинство же предпочитало просто бежать. Увы, бюджет домов для сирот за этот день не слишком пополнился, поскольку людей было не так уж много. Некоторые спортсмены считают, что дело не в том, что у нас не хватает сторонников активного образа жизни. Просто мало таким мероприятиям уделяют внимание организаторы спорта. Надо переключиться самоуправлению на то, что движение – это жизнь. Это пацанье, которые сидят за компьютерами, они не шевелятся. А сегодня мы зарабатываем Samsung, зарабатывая деньги и отдаем этим же мальчишкам на развитие там, культуры, спорта и так далее. Кажется, можно было бы деньги заработать. Что делает наше управление? Приходит, поздравляет нас и все. А где дети? Они же могли сегодня организовать, лето сейчас, лагеря привезти сюда. И пробежаться здесь 3 километра – это одно удовольствие. Тут же не результат, а главное – заработать деньги, которые опять-таки придут сюда. Ну, это просто безобразие. Малюхин ругает, там где-то он какую-то базу сделал, этот пляж. Там грязь была, стекла были. Он убрал все, закрыл, теперь никто не ходит. А динамовскую базу мы потеряли. Самоуправление вообще не думает об этом. Плавательный бассейн мы потеряли, который в стропах летний период времени. Вот было бы здорово. Ну и такая вот ситуация. Конечно, хотелось бы, чтобы в городе были и велодорожки, и спортивные площадки во дворах, и тропа здоровья. Но все-таки главное – это желание самого человека вести здоровый и активный образ жизни. Единственное, что проблема может, что детей надо больше и больше в спорт привлекать и больше организовать мероприятия. И те же спортивные базы, спортивные трассы, они для этого должны строиться. Только что это. А так, вообще, конечно, каждый человек, если он хочет, он найдет возможность.